Вам некогда погулять с вашей собакой? Напишите мне записку, и все будет в порядке. Это предложение из советского мультфильма решил реализовать любитель собак Александр Васильев и открыл сервис выгула домашних животных. В европейских странах такая услуга давно пользуется спросом. С недавнего времени сервис стал популярен и в крупных городах России, включая Челябинск. Кто-то уезжает в командировку, например, на день, на два срочно, и собаку не с кем оставить, а приют, ну, многие не хотят отдавать, не в приют, точнее, а в гостиницу, да, потому что для собаки стресс. Служба выгула в таких случаях настоящее спасение для владельцев четвероногих, которые заботятся о гармоничном физическом развитии своих питомцев. Прогулки на свежем воздухе необходимы в том числе и для адаптации к городской среде. Рабочий график у хозяина двух кобелей породы хаски Алена и Норда очень плотный, поэтому служба сервиса очень выручает. Клиенты звонят, и мы с ними встречаемся. У нас есть вся информация по их собаке, по породе, особенности поведения, с кем контактировать, с кем нельзя контактировать, какие есть, допустим, привычки хорошие, плохие. В личной карте животного указывается также номер ветеринарного свидетельства, адрес ветеринарной клиники, информация о поставленных прививках. Так что владелец может быть уверен, в случае чего питомца доставят туда, куда нужно. И не стоит опасаться, что чересчур активная собака сорвется с поводка во время прогулки. Выгульщик гуляет на собакой на амуниции хозяина. Собака еще дополнительно крепится вот таким вот карабином. Хозяин и вдали от своего подопечного может отследить точное местоположение своего питомца, увидеть, как проходит прогулка и доставляет ли она любимцу радость. На смартфон владельца приходит полный фото и видеоотчет. Если питомец еще совсем малютка, сотрудник службы станет для него настоящей няней. Выгульщик приезжает домой к клиенту, занимается щенком, кормит его, меняет пеленки, играет с ним. Чешет за ушком, все довольны, собака рада. Искреннюю радость доставить питомцу легко и просто. Главное не сделать его заложником собственной занятости и не забывать, что четвероногому нужны внимание, забота и регулярные прогулки. Евгения Малышко, Евгений Чекалов, ОТВ.